Привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, я, Зазепа, признанный архитект. Продолжаем. В общем, посоветовали мне в комментариях совсем недавно, что нужно построить комнату для мамы и ребенка, короче, и отдельную столовую под них. Давайте этим займемся в этой серии. Пускай сначала немного расцветет. Мы, наверное, это где-то вот здесь вот сделаем. Там камеры у нас будут, короче, отдельные. И так. Сейчас народ, короче, прибудет, у нас деньги появятся, можно будет как раз комнату построить. Там вырубают они пока деревья. Вот. Все идет пока своим чередом. У нас вроде контрабаса уже не так много стало, да? Посмотрим, вроде как нигде не проносит. Наркотики пахнет, оружие, инструменты из металла. Вообще, по хорошему счету, здесь бы какой-нибудь еще металлодетектор поставить. А, блин, я же хотел еще этот электростанцию. Да, еще ж на нее надо деньги как-нибудь добыть. Ну, сейчас прибудут зэки к нам, и можно будет поставить. Только тут надо как-то перераспределить энергопитание. Оно, наверное, здесь как-то идет, да? Да, под трубой. Я не знаю, я, наверное, сделаю. Я вот где-то вот здесь хочу разорвать цепь. Да, он там не соединяется нигде. Так что я думаю, можно. А сколько это стоит? Генератор? $5000. Понятно, ясно. Ну, короче, вот здесь будет разрыв. Там мы все это и сделаем. Ну, сначала $5000. И 2 минуты, короче, времени. Так, почему у меня скорость такая маленькая? Давайте увеличим ее. И, короче, у нас будет пол тюрьмы питаться от этого генератора. Нет, я, наверное, пока так резко цепь разрывать не буду. Я где-нибудь сначала здесь разорву, потому что мало конденсаторов. Ушли в плюс, называется. Сейчас оно там быстренько должно, по идее. Я даже не знаю, ставить его здесь, где-то сбоку. Я думаю, желательно так, потому что мы же будем здесь еще расширяться. А здесь будут такие, знаете, блоки. Или вообще здесь. И тогда здесь будут, короче, перезаграждения. Но это будет сложнее сделать, поэтому я все-таки лучше с этой стороны поставлю. Сейчас, давайте мне новых заключенных. Я, короче, ставлю сразу генератор сюда. Что-то они там нашли. Или может края? Не. Я думаю, тут особой разницы нету. Вот так вот поставим. Не, надо вот так вот ставить. И, короче, сразу ограждать его, да? Потому что не будет света, как говорится, не будет ничего. И сразу, наверное, сюда несколько конденсаторов поставим. Все. Денег у нас больше нету. Пускай его построят для начала, там уже подведем итоги. Как сразу налетели, а? Денежки прибавились. Это здорово. Вы это сам генератор постройте там, пожалуйста. Все, здорово. Я даже не знаю, может, пока сеть держит, хотя бы еще один поставим. Потому что я хочу максимально много запитать. Хотя бы вот до сюда. Сколько там полосок? 5 полосок. Ну, будет 6, можно сказать. А сколько конденсатор стоит? $1000. Многовато, многовато. Я думаю, мы потянем. Так, здесь сделаем вот так. Здесь, короче, ну давай до сюда. Я думаю, боковой как хватит. Не хочется целую тюрьму оставлять без электричества.
Так, и по-моему... Не, все нормально, до сюда. Давайте проследим за всем типа процессом. Сейчас, короче, тюрьма без электричества останется, походу. Нет, да? Да, осталось без электричества. Все, срочно, давайте, разбирайте тут. Первым же делом. Ну куда вы пошли? Ну что, сложно кабель разобрать. Ну, приказал же. Демонтировать. Я там что, с глухонемым разговариваю или что? Ну? Так. Выключить. Включить. Теперь здесь еще выключить. Включить. И что у нас теперь? Так, свет везде есть, перераспределили тут все нормально. Как там по электричеству держит? На половинку, надо еще, короче, ну все тут заставить этими конденсаторами. Тогда можно будет реально пол тюрьмы запитать. Пока только верхнюю часть будем там отстраивать. И сколько мы здесь сберегли? Ну, три полосочки, считайте, что. Так, ну вода же есть, да, везде? В смысле? Как-то не могут сюда попасть в столовую. Почему не могут попасть в столовую? Может, входов не хватает? Может, реально еще один вход замутить? Да нет, вроде. А как? Почему они не могут попасть в столовую? Вот они, короче, выходят, да? Вот они идут. Вот они заходят. Что не так? Давайте намутим еще один вход. Так. Может, какую-нибудь дверь побольше надо ставить? Нет, давайте еще одну просто дверь сделаем. Где-нибудь вот здесь вот. Поставим. Короче, детектор этот. Металлодетектор сюда. Который штуку баксов, блин, как назло стоит. Ну теперь вы можете попасть в столовую? Что-то они пока все равно не могут попасть в столовую нормально. Тут еще мешок мусора какой-то лежит. По крайней мере, мы разгрузили вход немного, да? А все равно они же будут толпиться через тот. Уж какой смысл в этом? Что не настолько умный. Ну и столько им куда-то туда надо будет идти по-быстрому. Чувствую, сейчас вообще тот вход перекрою. За ненадобностью. Давай пока есть деньги, поставим. Электричество там, в принципе, есть. А потом я здесь цепь разорву. Может быть. Что по контрабасу? Ну, в столовке вроде ничего. Давайте им обыск устроим. Как раз ночь. Блин, они до сих пор здесь, в столовой. Ну что, надо будет сейчас деньги копить. Никто пока работать не хочет. Все деревяхи, короче, сюда отправляются.
Даже не знаю, может закрыть пока мастерскую. Кто не пока туда отнесут, пока сюда. И такую шикарную мастерскую ему устроила они. А они не хотят работать. Ну, смотрите, придет, потащит сюда. Притащит. А работников-то нету. Вот так вот. Не знаю, я реально с этой что-то мастерской прогадал. Давайте просто уберем ее отсюда. Надо бы еще почту поставить, магазин. Комната охраны. Кровать, туалет, гриб, насадка для душа. Давайте попробуем ради эксперимента, раз уж нас просили так сделать это все. Я не знаю, какая она должна быть, но надеюсь, хотя бы вот такая. Как-нибудь так поровнее вот здесь поставим. Здесь еще надо стенку сделать. Вот так вот стенку сюда проложим еще. Я пытался в предыдущем прохождении ставить эту комнату мамы и ребенка, но смысла от нее было мало. Короче, в случае чего я знаю, где искать мне деревяхи. Не, какой выбросить, продать? Добро, блин, целое такое. Ну, пока тут себе бабосик мутим, да? Ну что, там построили уже, да? Все. Так, у нас, кстати, мы можем поставить еще несколько конденсаторов. Все, я думаю, увлекаться так особо не стоит пока. И сюда, короче, кинуть проводку. Хотя бы как-то вот так. Если все еще не мог попасть в столовую, да? Ну а что я могу поделать? Как они не могут попасть в столовую? Давайте просто камеру переназначим и все. Так. Комнаты. Карцер. Ну вот это же, да? Кровать. Это не то, блин. Вот, что мне надо. Ну чего вы не можете? Ладно, хорошо. Убедили. Сейчас вам кровать сюда поставлю. Говорится, с барского плеча, да? Ну, эти мы уже так и бы демонтируем. Только не знаю, куда мне лишних заключенных девать. Не могут попасть в столовую. Да идите-ка вы в пень, а? Народ, короче, кто понимает, в чем проблема, напишите в комментах. А то я что-то, блин, не понимаю.
подожди, это вот эта вот камера, да? Нет, все-таки я был прав, вот это. Ой, короче, негде питаться, блин, потом разберемся. Не сдохните. Что я хотел? А, комнату мамы и ребенка, да? Family cell, давайте. Так, минимальный размер, кровать, туалет, объекты, кровать, туалет, что там еще? Кровать, туалет, крип, насадка для душа. Крип, насадка для душа. Ну и слив, короче, сюда поставим. Даже он тут сделан такие вот условия. И, короче, сейчас это... кинем сюда трубу какую-нибудь. Вот так вот, вдоль этой линии. The no nurseries. Чё? Не понимаю. To eat in. А, может, у меня там некому разносить еду или что? Должна быть разноска еды или как понять? И отдельную столовую для них, там чувак писал. Давайте сюда столовку как-нибудь поставим. Тут еще говорят, кому-то что-то там не хватает. Ладно, надо распределить как-то поток. Здесь такая небольшая столовая будет. Короче, так, объекты. Я думаю, вы сюда попадете, там, не заблудитесь. Может, кухню там тоже какую-нибудь поставить, такую кухоньку. Хотя мы эту еще не забили до конца. Ну, здесь уже так проведем для лучшего потока. И, короче, пару этих поваров наймем еще. Да сюда хотя бы. Все, хай работает. Ну что, построили так? Сюда давайте тогда проведем тоже электричество. И сделаем здесь столовку. Такая скромная, да? Стол. Не, сюда. Сюда как-нибудь. Ай, ну и фиг с ним, сюда. Так, теперь комнаты назначим, это столовой. Так, столовая. Все. Ну, блин, лавки сейчас притащат. Ну, теперь они сюда стекаются, да? To eat in.
А тогда может сюда и какую-нибудь там кухню замутить. Смотрите, потащили еду куда далеко. Это, блин, невыгодно. Сюда тоже надо поставить. Они и там питаются, они и здесь питаются. Ай-ё, вот оно. Стол. Все, короче, вот так. Блин, теле денег не хватает. Нафига я построил это? А может переделать ее? Да? Эту как-нибудь комнату мы под что-нибудь другое пустим. Короче, комната, нурсель или... Что для нее надо? Крип плеймат. Крип плеймат. Что за плеймат там? Плеймат. Цена 50 баксов. Недостаточно средств. Короче, сюда крип, здесь какой-нибудь плеймат сделаем и все. Вообще можно было этот стол убрать. Здесь не нужен. Сейчас мы, короче, денег наберемся. Что такое? Ох ты. Ну-ка, давайте его быстро тут. Тут, походу, сбежать вот собирается. Ну-ка, поддержат, поднимем себя. Может, подкоп найдем какой. Так, ну денег малёха есть. Ну чё там? Крип плеймат. Объекты. Где там ваш гриф? Вот, плеймат. Да? Угу. Ну, обус тут прошел уже почти. Так, что надо еще? Крип мы поставили. Вернее, плеймат поставили, крип не поставили. Где этот крип, я уже потерял его? А, вот, крип. Давайте еще один плеймат сюда поставим. Пока они там достроят, еще полдня пройдет. Все, комната готова, нормально. Все могут питаться. Все бедолаги. Что нафиг ваши камеры снести, перенести их вообще сюда. Ну, стоп. А я же здесь решетку не поставил-то. А решетку-то я сюда не поставил, зато огородил, блин, да? Че, бывает. Че плохого пока не произошло. Там как живется? Ну, будем надеяться, что нормально. Я хочу сюда какой-нибудь патруль назначить, что ли. Почему бы и нет? Понаблюдать за этим процессом. Да и тут какой-нибудь патрульчик такой, знаете, небольшой. Да что ты делать будешь?
Я думаю, здесь не обязательно. Как-то так. А что, подкупов нигде не обнаружили, нет? Так, однако камер что-то не хватает до сих пор. А, давайте наклепаем камер пока. А то бедолагам там жить негде. Подождите, вот оно. Или можешь вообще начать люк с камеры клепать? Не, слишком дорого. Слишком дорого. Чё, пока есть деньги, давайте строить. Расширим немного. Ну не так же. Так. Что там нанесли? Что-то мало вы нанесли на этот раз деревьев. Ну зато куда надо нанесли. Молодцы. Докторов хватает. Рабочих может еще побольше. Хотя нафига мне столько много. Я лучше эти деньги вообще на этот поставил бы, на конденсатор. Ну, как говорится, лишним не будет, да? И сеть можно будет нормально провести. Не хватает немного. Но они тут вроде без света не сидят. Так, здесь патруль у меня есть. Ну, сейчас он тут замкнут. О, как и надо, да? Так, где бы мне тут... Я хотел вот здесь вот немного демонтировать. А здесь, короче, проложить. Не, сначала... Сначала демонтировать, потом проложить. А то я знаю их. Ну что, кто-нибудь работать будет? Что-то не хотят пока работать. Ну, конечно, деревья там таскать надо. Основной, блин, заработок, да? Уже минус две штуки. Конечно, никто работать не будет. О, один герой нашелся. А положить сюда я сейчас не смогу ничего. Не, смотрите, смогу. А, он эту демонтировал, а эту положит сейчас. Чего вы тут устроили, свиньи? Ну что, кто-нибудь сюда свет проведет? Есть желающие поработать сегодня? Похоже, таких не наблюдается. Будьте вы уже людьми, а? Столько рабочих, 34 человека, по-моему, да? Никто не может положить. Ужас.
Там что, здесь выход что ли сделать персональный? Ну, го, ладно, хорошо, без проблем. Будете, короче, крутые пацаны здесь выходить. А, у вас там окна. Ну, блин. Все, как крутые пацаны, короче, будете выходить из дверей. Ну чё? Помогло? Что-то не помогло. Может, не столовую расширить надо как-то? Ну, поставлю тут пару столов еще. Запасом, так сказать. Ну, а вдруг? Так, а почему... Ай, блин, я ж дверь не поставил. Ну все, давайте достраивайте там помещение, я придумаю для него назначение. Комната. Угу. Ну это явно не магазин. Ну что, комната охраны что ли ставить? Да уж явно нет. Давайте заключенных доберем до 158. Тоже деньги. 3600. Да настраивайте вы, блин, уже стены. Сколько можно просить? Просишь, 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 а они не делают. Сколько там? До 200 человек надо разогнать, да? Ну, в принципе, это уже не так много, как было изначально. Сюда еще электричество надо пустить. Че, все там запитали уже, нормально? Затопил тут пол улицы. Ладно, давайте придумаем что-нибудь. Ну, явно не мог. Библиотека у нас есть, только никто не читает. Почта. Почтный магазин, короче, нам нужен, да? Давайте почту уже, ладно. Почта, значит, да? Что нам нужно для почты? Стол библиотекаря, стол. Значит, стол. Стол, стол. Стол библиотекаря. Я даже могу стул вам поставить на халяву. Стул. Все, пожалуйста. Вот он. Почта. Я даже могу вам поставить эту. Короче, магазин сделаем. Стол, полка примыкает к комнате. Так, подожди, я дверь-то не поставил. Магазин. Хай здесь будет. Ну, как взялись, а? Дружно. Короче, походу, здесь еще надо пост охраны поставить. Ну, здесь, в принципе, есть такое. Не, ладно, нормально. Так, магазин. Не, ну магазин не нужен охранник.
тем более в тюрьме. Одного, я думаю, хватит. Так. Комната. Сейчас мы из этой комнаты сделаем магазин. Объекты. Что нам для магазина? Стол, полка примыкает к комнате. В смысле, она примыкает к комнате? А к какой комнате она должна примыкать? Не понимаю. Так и задумывалась. Наверное, так и задумывалась. Не понимаю. Примыкает к комнате. Ладно, стол и полку надо поставить как-нибудь тут. Ну, примыкает теперь. Нормально. Не понимаю, к какой комнате? Может, в комнате заключенных? Магазин, стол, полка примыкает к комнате. Давайте вам столы тут поставим. Стол, 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 полка. Витрина. Чё это, блин, за... Какой стороной должна размещаться? Так, что ли? По идее. Не, смотрите, заработало. Интересно. Очень интересно. Не знаю, дотянется, не дотянется. Потоком. Я, короче, надеюсь, витрину поставил правильно. Господи, сколько тут. Ну, хотя бы часть заключенных там выходит. Уже нормально, уже лучше. О, oh, no.
Что по разведке? Но здесь ничего не проносит вроде как. А докладывать я здесь буду, да? Ну, теперь, по крайней мере, здесь у нас все пучком. Ну что, все там по камерам? Обыск. Сейчас сколько предметов понаходим. Там находим, там находим. Короче, давайте пока вообще эти камеры удалим. Это будут ничейные камеры. Выселяйтесь, глупки. У нас тут есть камеры. Сейчас заселим вас нормально. Ну блин, ну не офисы, конечно, такие. Тоже, блин, на Камчатке, конечно же, жить придется. Я думаю, вы переживете. Сейчас он там камеру достроит. Будет он житие. Так, конечно, это выглядит не очень, но... Что ж поделать. Давайте посмотрим, что мы можем еще исследовать. Так, что, 161 уже можно, да? А что там, поток не доходит или что? Похоже. Сейчас сделаем так, чтобы доходило все. Теперь, по-моему, у нас есть реально все. Ну, кроме комнаты для охраны. Давайте для галочки построим тогда ее уже. Тут, что ли, посреди камер? Ну, не знаю, не знаю. Пускай будет такая. И раз уж это комната охраны, то я думаю, они себе могут позволить сходить сюда с мечами. Здесь мы еще больше слов поставим для свиданки. Пускай уже, так сказать, все, кто могут, навещают. Да, блядь, да обойди ты тут. А, здесь тебе это снова мешает. Как обычно, схалтурили. Ничего нового. Давай закладывай тут. Чем быстрее сделаешь, тем лучше. Ну, еще у нас мох остается. Ну, мох это такое. Эти трупы, блин, просто сразу в машину вывозят и все. Бедолага там стоит.
Ух. Массовые беспорядки. 18 лет. Девчонки. Так, конечно, еще муж эти комнаты мамы и ребенка поставил бы. Какой смысл? Так, все, здесь провели, все нормально. Инженерная, вот думаю, что сюда везти? Какой из кабелей? Ну, этот эту часть питает. А, мы же вообще хотели пополам все разделить, да? Ну, поэтому это будет тот кабель. Где бы тебя разъединить так? Тут, наверное. А здесь соединим. Ну что, как только так сразу, да? Ну, как раз успели это. Вот половина тюрьмы этой, половина тюрьмы этой. Не спешат они работать, там разъединять. Ну, хоть один, да, пойдите вы там разъедините. Время – деньги, как говорится, да? Ну, не хотят. Не хотят работать. Может, рабочих надо нанять побольше. В принципе, они тут все заняты, я смотрю. Там никто не сидит на месте. Приказать, главное. Особо не прикажешь. Я не хочу сейчас просто пол тюрьмы оставить без электричества. Хочу дождаться, когда они именно сделают вот это, чтобы я мог соединить в столовке. Работайте, окаянные. Таскайте. Интересный процесс. Ладно, пока чем другим займемся. А что тут? Тут должно быть все нормально. Посмотрим, кто-то здесь еще ходит, да? Ну, раз уж ходит, то давайте доложим. Ну чё, разъединили там? Не разъединили еще. Вот лентяи, а. Да мне нужен один работник там. 3 секунды работы. Давайте здесь патруль хотя бы. Что у нас такой? Потом продлим его. Сейчас тут какой-нибудь придет такой работник, бац, и все, и нету света. Хм. Нанял столько новых работников, а все равно работать никто не хочет. До 40 разогнал. Жесть. Может, им плохо приказал там. Вроде нормально приказал.
О, наконец-то. Смогли. Они это сделали. Чего сейчас запитаем? Чё, подождем. Коммуникатор пока хватает, вроде все. О, столовку запитали. Как и должно быть. Чё здесь подносы делают? Ну ладно. Вроде делу не мешает общему. Короче, мы тут все, что хотели, за серию, походу, выполнили. Вот. Не знаю, может, в следующей серии я разгоню все-таки нашу тюрьму до 200 человек. Ну а пока, я думаю, можно с вами попрощаться. С вами был Зазепа. Так что лайк, подписка. Всем спасибо. Всем пока.